кыргыз калкына кайрылар элем. Урматтуу кандаш жандаштар, бүгүнкү күндө эмоция калдырбай. В такой ситуации мы не должны поддаваться эмоциям. Нам необходимо всем сплотиться, а не реагировать на провокации. Случись война, победителей не будет. Обе стороны проиграют, ведь будет пролито много невинной крови. Биздин жерибиз бир. Мындан башка биздин жерибиз жок. Мы живем на одной земле, и мы ее любим все и ценим. Нам не нужна чужая. Главное для нас – оберегать свою землю. Я прошу граждан быть терпеливыми и дружелюбными. Эчкандай чагымчылдык алдырбай, ынтымакта, биргеликте, сабырдуулук менен. Я верю, что мы сможем договориться без какой-либо войны и вражды. Мы являемся потомками самых умных, терпеливых и дружелюбных людей. Поэтому, уважаемые граждане, давайте соблюдать спокойствие и не провоцировать друг друга.